До выхода нового проекта Ubisoft For Honor осталось совсем немного, и мы решили собрать в одном ролике все, что известно об игре к этому моменту. Дальше нам останется только вместе с вами ждать релиза, чтобы наконец выйти на поле боя с суровыми северянами, горделивыми рыцарями и хитрыми самураями. For Honor построена вокруг противостояния трех фракций в альтернативной исторической реальности. Некий глобальный катаклизм поставил весь мир на грань выживания, и рыцари, самураи и викинги вынуждены были вступить в конфликт за ограниченные ресурсы. Со временем запасы были восстановлены, но война от этого, конечно, не прекратилась. Никто уже и не помнил, из-за чего она началась, но для постоянных стычек на границе было достаточно и того, что все таили обиду. А масло в огонь всеобщей ненависти, как выяснилось, тайно подливала еще и военачальница по имени Аполеон. Детали кампании остаются нераскрытыми, но известно, что в предстоящей истории будет возможность поиграть за все фракции и, вероятно, разрешить многовековой конфликт. Пока, впрочем, не совсем понятно, насколько глубоко будут проработаны предыстория, мотивация и характеры участников этой войны. И вряд ли механики сюжетной части будут сильно отличаться от мультиплеерной. В нескольких показанных миссиях викингов нужно пробиваться сквозь толпы простых вражеских солдат, периодически сражаясь на дуэли с их офицерами. Видели мы миссию с диверсией, но и она свелась к планомерному уничтожению всех, кто стоял на пути. Впрочем, иногда игра будет подбрасывать сюрпризы, разнообразящие геймплей. Скажем, погони на лошадях с возможностью выбрасывать оппонентов из седла. Но как бы там ни было, For Honor не об истории, а в самую первую очередь о сражениях. В самом масштабном сетевом режиме под названием «Захват территорий» вы начинаете драку в составе большой армии воинов, которыми управляет искусственный интеллект. Это создает атмосферу настоящего массового сражения и не оставляет вас наедине с противником. Конечно, толку от обычных солдат в настоящей драке немного, но они могут задержать врага и послужить живым щитом в ситуации, когда нужно будет, например, убежать. Большинство сражений проходит в городских или замковых декорациях с узкими и запутанными улочками, что позволяет блокировать проходы однополчанами или с помощью напарников эффективно связывать боем сразу нескольких вражеских персонажей. Тактические взаимодействия с союзниками вообще критически важны в For Honor, но об этом мы расскажем чуть позже. Фракции рыцарей, самураев и викингов обладают общими боевыми механиками, но заметно отличаются в подходах к сражению. У каждой стороны есть по 4 класса с разными характеристиками и тактикой, так что глобальную стратегию в стычке можно будет выстраивать довольно гибко. Не хватает урона? Берите хрупкую, но очень опасную избавительницу и рубите врага в капусту прямо в его тылу. Плохо удерживаете линию обороны? Вам подойдет бронированный завоеватель, не расстающийся со щитом. Впрочем, несмотря на столь широкий набор возможностей персонажей, у каждой фракции есть свои ключевые преимущества. Так, рыцари, очевидно, делают упор на высокий показатель защиты и урона, но проигрывают в мобильности, которая как раз присуща их противникам – самураям. К тому же японские воины в большинстве своем предпочитают держать дистанцию и очень быстро убивать зазевавшихся врагов. А в качестве танков они используют здоровяков сугоки, вооруженных деревянными дубинами канабо. Викинги же полагаются на ярость и быстрое нанесение большого урона. Берсерки с двумя топорами способны за секунды зарубить даже самых тяжело бронированных рыцарей. Главное не попасть под удар тяжелого меча самому. И не стоит забывать о валькириях, жестоких женщинах-викингов, идущих в бой со щитом и копьем. Каждый персонаж обладает несколькими специальными способностями. Некоторые сильные удары мечника Кенсея, к примеру, нельзя блокировать, а легкий воин на бусе быстрее возрождается после смерти. Кроме того, есть значительная разница в наносимом уроне, скорости ударов и еще нескольких важных параметрах. Что делает каждого героя уникальным, несмотря на схожие функции в бою. Для пущего разнообразия For Honor добавили неплохую систему кастомизации персонажей. Она позволяет сделать вашего героя действительно вашим, настроить ему и внешность, и спецприемы, которые открываются по мере набора опыта прямо в ходе раунда.
текущему моменту стороны неплохо сбалансированы. Ни один из героев не способен уничтожить десяток врагов просто потому, что он значительно сильнее остальных. Конечно, как обычно, все зависит от игровых навыков, но критическое преимущество не получит никто. Даже с доминированием берсеркеров на поле боя создатели по большей части разобрались. В результате в героях For Honor интересно разбираться. Они часто непросты в управлении и требуют определенных тренировок, прежде чем вы сможете участвовать в серьезных потасовках. Но как только вы поймете, какой из персонажей подходит к вашему стилю игры, сразу же начнете нести смерть всем, кто попадется под руку. Если вам нравятся механики симуляторов рыцарских потасовок Chivalry или War of the Roses, то For Honor нужно брать, не задумываясь. Система The Art of Battle, она же «Искусство войны», в проекте Ubisoft поднимает фехтование на принципиально новый уровень, добавляя жанровым дуэльным канонам удобства. Зафиксировав противника, вы перейдете в специальный режим, в котором нужно будет выбирать стойки, соответствующие ударам врага и направлению ваших атак. Всего их три – справа, слева и сверху. Удары, соответственно, нужно наносить так, чтобы они не приходились в то направление, которое прикрывает противник. Дуэли в игре стремительные, и победа в них зависит не только от того, сможете ли вы вовремя выбирать ту или иную стойку, но и от умения навязывать стиль боя, управления выносливостью и умелого выбора позиции для драки. Помимо легкой и сильной атак, у героев есть еще и способность разбивать блок, толкать противника и использовать персональные спецумения вроде выстрела из лука или дымовой шашки. В целом, For Honor больше о нападении, чем о защите. Исключительно блокировать удары до прибытия подкрепления будет трудно. Враг быстро пробьет блок, так что придется либо бегать и перекатываться, либо подавлять противника своими атаками. Выносливость у персонажей не бесконечная, и рано или поздно противник открывается, что часто становится его последним действием на поле боя. Отдельно в дуэлях стоят казни – красивые и особо брутальные добивающие удары. Выглядит это ужасно пафосно, но вы же все-таки должны чувствовать себя легендарным воином. Так что наслаждайтесь стереотипами. Игровых режимов For Honor – прорва. На любой вкус. Захват территории позволяет сражаться в формате 4-4 в окружении рядовых солдат и отвоевывать ключевые точки. Но можно обойтись и без этого и просто устроить свалку 4-4 или 2-2. Или просто обычную дуэль, где все решает персональное мастерство, а не умение вовремя зайти в спину. При этом все сетевые бои объединены в одну большую войну фракций. Определившись со стороной, которая вам наиболее симпатична, вы будете приносить очки в ее копилку и тем самым влиять на передел самого игрового мира. И в отличие от Mortal Kombat X, где тоже есть что-то похожее, здесь прогресс каждой из фракций показан наглядно на карте мира, где территории постоянно переходят из рук в руки. Собственно, по окончании кампании игроки сами будут строить дальнейший сюжет. Именно от них зависит, кто же победит в этой войне трех настолько разных сторон. То, что мы уже видели на бета-тестах и презентациях, это еще не финальный вид For Honor. Стоит как минимум ожидать новых героев и локаций. Ну а если продажи позволят, то даже дополнительных фракций. Кто знает, какую историю нам расскажет конфликт суровых северян, гордых рыцарей и хитрых самураев. Through me, the wolves among them will rise again. Who do you think you are? War. I